Андрей был призван в армию вместе с односельчанином Киле Борисом Тулгуевичем. Год учился на авиадесантника, потом его отправили на фронт. Воевал под Великими Луками в 14-м воздушно-десантном полку. Стал разведчиком. Часто приходилось ходить в разведку на пару с другом Киле Борисом. Один ушел за линию фронта, а другой оставался. Переговаривались на нанайском языке. Участвовал при взятии города Старая Русса. Перед наступлением на хорошо укрепленный город замполит провел комсомольское собрание. Спросил, кто из комсомольцев поднимет полк. Он встал и сказал: «Я подниму». На другой день полк готовился к атаке. Подполз к нему замполит и говорит: «Ну что, Хаджер, готов?» Он ответил твердо: «Да», и взял знамя и крикнул: «Ура!». За ним поднялся полк, и в тот день освободили Старую Руссу. На фронте бывали и неожиданные встречи. Однажды Андрей Хаджер шел по мосту, видит, стоит впереди часовой. Не то казах, не то узбек, и вроде знакомый. Подходит и спрашивает: «Ты откуда?» А он в ответ: «С Хабаровского края». Тут обнялись и очень обрадовались. Стали вспоминать о своем селе, о родных. А был Кирилл Сергеевич тоже из нашего села. Под Старой Руссой Андрея ранило. Отправили в госпиталь в город Ярославль. К раненым каждый день приходили дети, читали книги, ставили концерты. После работы приходили комсомольцы, читали стихи, приносили гостинцы. Сами полуголодные, но приносили, хотя всячески отказывались от угощения. После выздоровления Андрей Сергеевич опять отправился на фронт. В это время они наступали, двигаясь в западном направлении, и однажды освободили одну деревню. Местные жители были очень рады, обнимали и угощали, чем могли. Одна женщина сварила картошку в мундире, поставила на стол капусту и соль. Больше ничего не было, но и эта еда была очень вкусной. Воевал также на Курской дуге, был ранен в спину, лечился в госпитале в Казани, потом отправили в Саратов долечиваться. Проходили годы, а война напоминала о себе. Таким и запомнился близким отец и муж, добрым, справедливым, работящим, любящим читать газеты и журналы, даже на корейском языке. Гордятся родственники боевыми наградами, медалью за боевые заслуги, за победу над Германией, юбилейными 20, 25, 30 и 35 лет победы над Германией, орденом Трудового Красного Знамени.